Кому они, а кому они будут подчиняться непосредственно, кроме Каправова Зазуля? Они будут начальнику города? Патрульный департамент. Патрульному департаменту? Патрульный департамент. У них свой вертикаль, но исходя из того, что полицейская работа комплексная работа, при конкретных задачах у них будет горизонтальное сотрудничество и с УВД города, конечно же. УВД города. Конечно. Были сложности во Львове создать полицию новую? Знаете, создавать что-то новое всегда непросто. Но это интересно, непросто. Особых сложностей не было. Говорят, что был большой недобор. Сначала было много желающих, а потом... Очень много было желающих, 24 человека на одно место. Но нам качество важно, важнее, чем количество. И мы решили не унижать этот стандарт, который мы для себя поставили. Это важно, потому что если мы будем идти на компромиссы, чтобы иметь количество, у нас не получится та полиция, которую вы хотите. Но мы начинаем с того, как мы планировали, 400 ребят, и дополнительные 200 окончат образование, они уже отобраны, они начинают обучение в начале сентября, и они будут усиливать, как бы сказать, резервный потенциал патрульных экипажей. Планировали попозже как бы стартовать, а почему так быстро? Вы знаете, мы планировали в начале сентября, мы передвинули ее всего на неделю, потому что успевали, потому что уже отложили механизм. А что главное для патрульной полиции? Обучение, это мы уже знаем, как делать. Но кроме этого, есть и технологическая сторона, да, диспетчерский пункт, все эти бодикэмы, которые вам нравятся, система мониторинга. Мы отстроили и успели это сделать.